Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков в рамках реализации проекта «Единая Россия и городская среда» проверил благоустройство сквера в Больших Вязёмах. Возле территории музея-заповедника Пушкина появится парк героев. В тематической зоне отдыха обустроят сеть дорожек, установят лавочки, урны и освещение. По словам парламентария, работы идут согласно графику и будут закончены до конца октября. Также Дмитрий Голубков обсудил план реконструкции местного воинского захоронения с представителями теруправления и депутатами. В ходе реконструкции на объекте обновят ограждение, уберут сухостойные деревья, уложат плитку.